Сегодня кибернетика повсюду. Вчерашняя фантастика – пустяк. А в будущем какое будет чудо? Конечно, точно утверждать не буду, но в будущем, наверное, будет так. Исчезли все болезни человека, а значит и лекарства ни к чему. А для духовных радостей ему открыт особый магазин – аптека. Какая б ни была у вас потребность, он в тот же миг откликнуться готов. Скажите, есть у вас сегодня нежность? Да, с добавлением самых теплых слов. А мне бы счастье, бьющего ключом. Какого вам? На месяц? На года? Нет, мне бы хотелось счастья навсегда. Такого нет, но через месяц ждем. А я для мужа верности прошу. Мужская верность – это право сложным. Но ничего, я думаю, возможно, не огорчайтесь, я вам подыщу. А мне бы капель трепета в крови. Я северянин, человек арктический. А мне флакон пылающей любви и пол флакона просто платонической. Мне против лжи нельзя ли витамин? Пожалуйста, и вкусен, и активен. А есть для женщин антигаварин? Есть, но пока что мало эффективен. А покоритель сердца есть у вас? Да, вот магнит, его в кармашке носит. Любой красавец тут же с первых фраз пойдет к ногам и женится на вас мгновенно. Даже имени не спросит. А есть антискандальная вакцина? Есть, в комплексе для мужа и жены. Жене компресс с горчицей, а мужчине за час до 40 два укола в спину или один в сидячую часть спины. Мне томный взгляд для глаз любого цвета. Пожалуйста, по капле перед сном. А мне бы страсти. Страсти по рецептам. Страстей и ядов так не выдаем. А мне вон в тех коробочках хотя бы признание в любви едва нашла. Какое вам, со свадьбы или без свадьбы? Конечно же, признание со свадьбы. Без свадьбы хватит, я уже брала. А как, скажите, роды облегчить? Вот порошки, и роды будут гладки. А вместо вас у мужа будут схватки. Вы будете рожать, а он вопить. Пушутка раздувает паруса, но в жизни нынче всюду чудеса. Как знать, а вдруг еще при нашем веке откроются такие вот аптеки.